А как обычно лето проводите? Ну, ездим куда-нибудь. Бывает на море, бывает на Волгу. На Селигере были, отдыхали. Ну, планируем в августе съездить в отпуск. В Абхазию. Даже с малявкой. А есть какие-то еще планы на лето? Ну, на лето у меня приезжает мама, она мне живет в Туркмении, поэтому, естественно, мы ее ждем, то есть бабушка наша, с нетерпением, ждем в гости на все лето. Так вот, поедем к сестре в гости еще. В общем-то, так. Такое наше лето. Проехать всех гостей, кто живет там в деревне, бабушки, дедушки. Посмотрим, как получится. Если лето будет хорошее, то будем ездить по гостям. В Анапу. А я, наверное, поеду в Питер, отдыхать буду. Там гулять по Петергофу. Какие-то определенные планы есть на это лето? Отдохнуть от школы. Ну да, отдохнуть от школы и от учителей. И от уроков. Ну мы, наверное, поедем в лагерь вот с сестрой с моей. Там, не знаю, на море будем купаться. И что-нибудь еще делать. А ты? Ну весело проводить время и все. Мы вот ребенка отдадим бабушке в деревню, а сами будем отдыхать с мужем здесь, наверное, будем работать и отпуск куда-нибудь поедем. А куда, еще не думали? Еще не думали. Вообще отдыхаем еще и в Подмосковье очень часто. На Оке вот ездим неделю прям с палатками, с друзьями. Вот. Ну, может, за границу еще, если получится. А мы отпуск будем проводить на даче. С мужем отдыхать, загорать. Планируем поехать за границу. Не знаю, как получится, но мечтаю. Что ж, как говорится, отдыхать не работать. И с тем, что лето самое прекрасное для этого время, вряд ли кто поспорит. Удачного вам отдыха. Елена Аксенова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.